Читает Нечаева Мария, 12 лет. Автор Оксана Андреева. Моя Якутия. Я родилась в Якутии, на Лени, в стране, где снегов белым-белом. И слабое имею представление о тех краях, где круглый год тепло. Не видела я, как растет черешня, как стелются пшеничные поля, как персики цветут порой вешней, их не родит якутская земля. Я видела, как сосны рвутся в небо, как дремлет под сугробами тайга, как кедры вековые в шапках снега ветвями подпирают облака, как на ивловых лапках иней алмазами сверкают тут и там, и ленский лед от солнца бледно-синий громадами лежит по берегам. Цветет в глуши пушистый и лиловый подснежник, лишь у нас такие есть. А осенью брусникою багровой усыпаны поляны, их не счесть. Волнующим черемуховым цветом, как кружевом одеты берега, цветами полевыми знойным летом, как радугой рассвечены луга. Здесь белой ночи необыкновенной поет в тиши якутский соловей. И нет на свете краше несравненной, простой и скромной родины моей.